сейчас это охранник пройдет, ага. Он, его знает. Ну да. Ну все, Лёх, я буду, короче, тут стоять. Ладно. Нафиг надо с ножом. Сейчас он пройдет. Before they go to the vault, today's takings are stored near where you are. It's up to you, but it might be worth a detour. It's a two-room system. One of you needs to hold the access button in the security room, the other runs through and grabs the cash. А, блин, я прослушал, что это чувак там говорил. Ну, а что ты говоришь, там надо, да, один что-то держит, а другой деньги собирает. Ну, это, да, это же в конце. Я не знаю, где там что держит. Ну это да, это он уже говорит про это. Ой, блин, чуть не обосрался. Там слева тебя через два, там через две двери чувак какой-то ходит, патрулирует. Ну да, он через две двери. О, на радаре отображаются. Нифига себе, в честь чего, из-за того, что мы... Если ты его типа запалил, как я понял, там... Время... Он просто отображается вообще там, где стекла, нет ничего. Он сейчас уже. О, он опять за стеной отображается. А, то есть когда я близко типа. К нему. Наверное, я. Вообще непонятно, появляется. То есть я его не вижу на карте визуально. Но он появляется. Вот сейчас, сейчас опять. Прикольно. Прямой путь в Сберкассу будет сейчас из лестницы. Я сразу прям. Посмотрим. Так. Да, ништяк. Поехали. Фу. Без зеркала, что там, камеры есть? Так, смотрим камеры? Давай, Лёх, потихоньку, по чуть-чуть. Да, сейчас потихоньку я переключу. Я не знаю, мне с чем лучше. Пистолетом или что-то. Блять! Просто из угла чувак пришел. Блин. Просто я опускаюсь, он поднимает. Слушай, ну тогда, да, здесь получается не лифт, не... Нет, наверное... Я просто не знаю как. Жаться, пока он поднимется до конца и... А, дать, пока... блин, здесь будет опускаться. Ну? А, давай сейчас еще раз. Самый последний. Странно, никто ко мне не бежит. Я тут стою спокойно. Не, все на меня чуть-чуть согрелись. А, ну все, здесь я спускаюсь. Это, наверное, то самое место, где лифт был. Блять. Короче, выходишь, еще два чувака, я не знаю. Да, нифига непонятно. Ну ладно, придется на ютубе смотреть, наверное. Да, кстати, надо будет на ютубе просто глянуть. Чё, Лёх, закончим? Что я, честно, потом продолжу завтра, например. Да, да, давай. Даже мозг просто не варит. Ну, естественно. Буду отдыхать. Наигрался немножко. Так, ну ладно. Мне кажется, это было...